Переносимся в горы. Сегодня в Домба открылся новый горнолыжный сезон. В курортный живописный уголок постепенно съезжаются со всей России, чтобы отдохнуть, покататься со склонов и просто полюбоваться пейзажами. Насколько Домбай готов принять поток туристов и что нового их ждет в этом сезоне? Из снежной сказки репортаж Алихана Левшокова. Новый горнолыжный сезон в курортном поселке Домбай официально открыт. Сейчас потихоньку сюда съезжаются туристы, чтобы отдохнуть и насладиться красотой этих сказочных склонов. Здесь созданы все условия для горнолыжного отдыха. Отдыхающих пока не так много. Но, тем не менее, здесь есть на что посмотреть и прокатиться на горных лыжах и сноуборде. Перед тем, как открыть новый сезон, были проведены технические проверки всех канатных дорог, а также созданы все условия для комфортного отдыха туристов. Проведена проверка канатных дорог, техническое состояние. И полностью и внизу, и муниципалитет полностью подготовлен. Уборка, расчистка снега, уборка мусора. Ну, как бы, мы готовы к принятию гостей. В этом году у нас будет открыта еще одна трасса, достроена горнолыжная трасса. Все гостиницы работают в штатном режиме с теми рекомендациями, которые дал Роспотребнадзор. Вот мы и на третьем склоне. Здесь можно не просто прокатиться, но и купить сувениры на память о Домбае. В зимний сезон пользуется особым спросом и особенно в период пандемии целебное вещество от кашля «Балхам», которое изготовлено из смолы хвойных деревьев, топленого сливочного масла и меда. В основном, конечно, интересуются более теплыми вещами, там, напитками всякими для разогрева. Ну, естественно, мы их тоже угощаем. Естественно, встречаем, как полагается, народных наших хороших гостей. И все вроде идеально проходит. С января месяца к концу декабря наплыв хороший. И народу очень много будет. Поэтому будет супер, шикарно. Горы – это страсть для любителей экстрима. Каждый год на этих снежных шапках сотни ценителей горнолыжного спорта оттачивают свое мастерство. Эти склоны манят нас, и поэтому мы каждый год приезжаем сюда, чтобы подышать кристально чистым воздухом и полюбоваться этими живописнейшими пейзажами, отмечают туристы. В Домбае вообще великолепно, конечно. Красота неописуемая. Сочи не сравнить, сразу скажу. А погода... местами вообще, то есть очень изменчивое. Но оно само по себе горы. Вчера прекрасно, позавчера была метель. Вот. Жуткое, что вообще было, склонов не видно. Катались на ощупь. Вот. Сегодня тоже великолепно. Так что езжайте все в Домбай. Все классно, все нравится. Мы уже вот сейчас на 6-м уровне. Вернее, моя подружка туда поднялась. Мне холодно, я осталась, а так очень классно, все нравится, не знаю, прям и погода, и люди очень классные, все такие гостеприимные, вот, так что довольна. Кухня – это вообще шикардосная. Мы попробовали хачины, естественно, карачаевские, очень вкусно, все понравилось. Домбай открыт для всех, кто собирается провести свой активный отдых в краю сказочных и заснеженных гор. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Домбай.